have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами в подземельях Гримрока. Я думаю, что вот эти огненные ребята, они все-таки одноразовые. Просто их было много, и я очень надеюсь, что они не спавнятся. Я тут только что перед записью побегал, поторговал лицом и как бы дал трем этим чувакам в себя врезаться. И попал. И больше я их здесь не вижу. Я очень надеюсь, что они реально просто одноразовые. Да, они наносят огромный урон. При этом обязательно что-то калечат. И после этого очень тяжело что-либо делать. Каждый раз приходится бегать или к кристаллу, или лечиться зельками. Но вроде как они одноразовые. Я уверен, что есть какой-то способ их убивать. Не ушел. Я уверен, что есть какой-то способ их убивать, но я думаю, что мне для этого нужна или, ну, магия льда, или что-нибудь такое, потому что логично, что магии огня, огонь я убить не смогу. Я с этим смирился, поэтому я просто хожу и принимаю это все вот так вот, как есть. Принимаю урон, потом отхиливаюсь. Ребят, вы не серьезны. О, пульки. Ой, даже не перевес. Я потом прощупаю все стены, мы тут все это пройдем, посмотрим. Я просто хочу сначала от врагов избавиться. Это ж тут тоже не просто так, да? А, может это, кстати, те места, откуда они повылазили. Ну, тут, если их тут было два. Ну, с этой стороны их точно было два. Ребята, без шансов. Ага. Вон эта штука, которую я нажимал. Проникнуть сюда можно исключительно подводным путем. Зачем здесь... Ах, ты сказать, зачем здесь причал? Но это не причал, это кусок моста. Хорошо. Как мне попасть туда? Там сундук. Мне туда надо. Если где-то есть сундук, мне туда надо. Я в этом уверен. Так. Будем прощупывать, наверное, водное пространство. Вон, я вижу, где есть залаз на остров. Хочу убедиться насчет кнопочек. На такой огромной территории я уверен, что они где-то есть, эти самые кнопочки, но... Что, где и как? Крестик посередине. Для чего ты здесь? Какие-то кусочки островов. В этом, наверное, тоже есть какой-то смысл. Просто я его пока что не вижу. Нет, там были пули, я их видел. Кассе, какой маневр. И перевес. Рад вам сообщить, что наконец-то у нас случился перевес. Зелье манны, на. А, погоди, это не зелье манны. А, зелье, что ты у нас... А, защиты. Метательные топорики. А, давай так сделаем. Я их вон туда метну. На тот берег. А потом, если что, чтобы на остров за ними не плыть. Хотя зачем они мне, если они мне до сих пор не понадобились, то вряд ли, наверное, и понадобятся, да? Так хотел сюда попасть, типа тут что-то, что-то, а... Выглядит место абсолютно пустым. Как будто тут ничего нет и...
Очень странно. И все. Как бы, ребят, серьезно, все. Тут ничего больше нет. Целая лока? Может, тут под водой какие-то плюшки? Выйдем, подышим. Погоди, а это что? Странно. При том, что как вон то открыть? Вот, я сейчас пойду еще полапаю немножечко. Может, там что-то можно. Даже не знаю. Стен тут неимоверное количество. Если по всем стенам щупать, то... Нет, тут, может, и найдется кнопка. Погодите, я посмотрю. Нет, ребят, тут решительно ничего больше нету. То есть как-то в эту комнату, наверное, и можно попасть. А вон есть рычаг. Может, туда упасть как-то можно изнутри. Потому что рычаг явно... Хм. Кнопок тут нету. Я протер носом абсолютно все стены. И кнопок здесь просто нет. Вот эти все маленькие островки. Как на карте это все выглядит крайне странно, что ли. Не знаю. Кстати, смотрите, там есть спуск еще ниже под воду. Я этого раньше не видел. Погодите, давайте туда сходим. Или он будет закрыт, как в прошлое, как вот, например, на предыдущий раз, когда мы наткнулись на спуске под воду под водой, то там просто был какой-то магический барьер, и мы не могли туда попасть. Может быть, здесь это можно сделать? Подождите. Это тут? То, что там жизни тратится, мне сейчас глубоко фиолетово. Это секретка. Причем, на мой взгляд, очень интересная. А, так, что мы нашли? Ни у кого свободного, черт побери, места нету. Задолбали. Носите с собой. На, положи сюда, там, я не знаю, бомбы, вот это, вот это, вот это. И вот это. И вообще отстань от меня. Хорошо, теперь ты. А, тут растения поразрастались. Вот почему места-то нет никакого. Хорошо. Сюрикены, большая бутылка. Ты. Требуется концентрация. Итак. Энергия 25, живучесть 2. Древний яд, отравляющий заклинание, наносит на 20% больше урона. Ой, блин, это под магию земли неплохо пошло бы. Энергия 25. Энергия 5. Бам. Наконец-то. Хороший посох. А, вес 3,5 килограмма. Старый посох я тогда оставлю здесь. Потому что, ну, смысла в нем тогда просто нету. Ты у нас плащ. Скорость восполнения энергии еще 20. Блин, это тайничок для мага. Просто божественный. Не зря зашел. Не зря, вот вообще не зря. Хорошо. Мне нравится. Как туда попасть? Это у нас вход к резервуару. Ключ. У меня где-то у кого-то был ключ. Он сюда не подходит.
Большой зелень энергии надержим. А как так? А где мне его тогда искать? Ну, он же должен быть здесь у кого-то, правильно? Вон камень, который мне нужен, между прочим. Срезка. Это сюда ключ? Сюда. Кстати, да, я эту загадку так еще и не прошел. Наверное, следовало бы, да? Я думал над ней повозиться в офлайне и просто забыл. Так, а назад мы уже отсюда вот, да, вот уже никак. Куда я могу пойти сейчас? Тут мы все прошли. Погодите, вон там у нас есть кусочек, куда мы еще не проходили. Тут у нас этот понос летучий летает, да? Я бы предпочел не привлекать мне его внимание. Я так пройти смогу? Фиг там, понятно. Я вдруг увидел на карте, что есть место, куда мы не заходили. Все, до свидания. Нас не догонят. Черт, я не туда поперся. Блин, вот я тупанул. Я не туда пошел. Сюда? Нет, не сюда. Куда? Вон туда мне нужно посмотреть, что там. У меня свет погас. Да. Ну-ка. Блин, тут пустое место, если что. Зачем ты за мной приперся? Да ну тебя! Че я не сохранился-то, а? Какой хороший вопрос. Все, он там пока что в лабиринте. Я пойду на кристалле воскрешусь. Полечусь и все такое. Блин. Так, у нас это пушка орка вот этого. Чуть не сдох по такому глупому случаю. Пошел проверить. Хорошо. Блин, ребят. Срезка. Срезали, блин, мне. Я бы не сказал бы, что я прям очень доволен этой срезкой. А где я заходил? А, прямо здесь. Вот тут у нас вход в канализацию. Получается, мне нужен ключ, чтобы зайти вот, собственно, в то место, где у нас хранится камень. Ключа у меня нету, все хорошо, все отлично, все нормально. Я что-то... А где-то... Наверное, этот ключ как-то связан с той комнатой. Не знаю, не знаю. А сейчас просто тот момент, когда я
слишком уже запутался. У нас очень много мест, куда мы можем пойти. И у меня слишком много вопросов и слишком мало ответов на это. Я думаю, что, может быть, стоит сходить к архивам. У нас где-то какие-то головы нам говорили, вот там в архивах скрыто что-то, то-то. Ладно, поверхность погодить не надо. Архивы. Архивы у нас сюда. Да, точно, загадка с архивами. Что вот это значит? Я вообще без понятия, что это значит. И я даже не знаю, где искать подсказку. Ладно, погодите, ребят. Ладно, можете меня бить, можете обижаться, можете что хотите делать, но я нашел расшифровку вот этих вот знаков в интернете, потому что у меня даже малейшего понятия нету, где я могу найти для них какие. То есть на те загадки, которые мы до этого видели, там есть хоть какая-то надежда на логику? Здесь надежды на логику нету никакой. Давайте еще раз... Я сфоткаю эту штуку сейчас, или... Сейчас, погодите. Мало того, что нужно найти эти загадки, так еще и нужно начинать, видимо, отсюда, с нулевой точки, где мы ничего не нажимаем. Так, хорошо. Давайте смотреть... Значит, на левое хранилище мы сейчас идем. У нас Т... Т это вправо, потом уху на, уху это вперед, и на это два, раз, два. Потом пала уху на, пала это разворот налево, то есть Q, уху вперед и на еще два, раз, два. Это просто звездец, если что. Р-Е... R это лево, Е1. Потом фам, КО. Фам, а почему? Ага, хорошо понял. Фам это у нас разворот направо, то есть И. И потом КО, КО это 3. Раз, два, три. Я что-то неправильно делаю. Лам ко. Лам это назад. Ко это три. Раз, два, три. Я, значит, что-то не так делаю. Давайте попробуем с другой дверью. Сейчас, минуточку. Где я сфоткал это? Хорошо. Пробуем таким образом. Уху. Это вперед. Отсюда. Уху на, это два, раз, два, потом R, E, R это лево, E1, R, лево, E1, хорошо. T на, T это право, на это два, раз, два, лам, E, лам это назад, E это один. И потом R на. R это лево, на это 2. Да, это работает. Значит, подождите, почему я не открыл вторую дверь? Сейчас я попробую еще раз. Открыл. Очень... Ну, не то чтобы сложно, запутанно, а... Так, минуточку. Проблема в том, что у нас есть такая штука, как направо идти и направо развернуться. И очень важно не перепутать, когда он тебе говорит, например, иди два шага налево, потом развернись, потом иди два шага вперед, а потом три раза развернись налево, допустим, а не три шага налево. Поэтому я запутался и провел сейчас где-то минутки 3-4, пытаясь перепройти. Но вот мы открыли обе эти двери. Я этот код себе сохраню. Где на него были намеки в игре, я вообще без понятия.
Работает это таким образом. Сейчас я вам скажу, где ты у меня тут был. Вроде как двери уже не закроются. Значит, Т это право, уху это вперед. Я вам сейчас скажу то, что у меня записано: уху вперед, лам назад, ар лево, Т право, Е это один шаг, на, ну не шаг, а Е это один, на это два, ко это три, пала это разворот налево, фам это разворот направо. И уже исходя из этого, там вон есть точки между ними, нужно, вот например, он говорит уху на, это два шага вперед, а потом он говорит пала на, это разворот налево два раза, но не два шага налево. Даже имея этот шифр, пройти по нему, это нужно хорошую степень концентрации. Так, отмычка. Ребят, извините, это было немножко выше моего понимания, то, что здесь творится, поэтому надеюсь, вы не в обиде, то, что я немножечко считерил. Итак, 11.33, огнестрельный револьвер. Период ожидания 1.5 секунды. 17.52, огнестрельное оружие. 3 и 3. И на то нужно 3. Но погодите, это у нас двуручное получается. Период ожидания 6 секунд. Период ожидания 1.5 секунды. Из него можно постоянно палить, и он еще у нас одноручный получается. 11.33. А этот у тебя 7.21. Да. Получается 11.33 по-любому лучше, но мне нужно тогда качать огнестрел, чего я, наверное, делать не хочу, что ли. Это винтовка тоже. Наверное, пистолет я все-таки оставлю. Зелька, что за зелька? Зелье силы навсегда повышает силу. Тебе бы поесть, кстати, чего-нибудь. На тебе сыра. На тебе рыбки. Маг голодный? Да, маг тоже голодный. Магу тоже надо перекусить. Дайте ему... Вот. Грибочка. Сделаем вот так. Чем мне делать? Так, минуточку. Сила, 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 сила. Навыки, статус. Сила 37. Сила 20. Сила у нас отвечает за... грузоподъемность, стойкость к огню, а также урон, наносимый большинством видов оружия ближнего боя и метательного. Давайте мы... У нас бычара и так очень сильный. Давайте мы силу дадим, наверное, наш... Ой, блин, та бутылка. Нашей девушке вот этой вот. Было бы неплохо прокачать силу. Урон 30-85. 30-86 тоже хорошо. Так... Тут у нас получается просто бонусная комнатка, а вот сюда нам нужно идти. Просто, блин, козец. Что я могу сказать про эту загадку? Письмецо. Дорогой гость, ты уже так далеко продвинулся? Великолепно. В этом хранилище спрятаны фрагменты истории, повествующие о паломнике из Ксафи. Эту легенду я услышал от своего отца, и теперь мой черед передать ее по наследству. Угу. Легенда. Письмо. Так, там у тебя черепашатина, на тебе это письмо сюда. У нас есть пустой мешок, кстати, между прочим, который можно будет сложить всякое, но посмотрим. По наследству. Я видел там еще одно письмо. Подождите. Знаете что? Дайте-ка я эти письма. Они здесь, наверное, не зря вместе лежат. Храни эту историю о паломнике из Ксафи. Эту легенду. Так, так, так. Хорошо. Потом он взглянул на дорогу. В смысле потом? А что не потом? Так.
Ты уже так далеко. Так. Он начал путешествие в ледяную тундру. Солнце садилось. Наконец, северная звезда озарила ему путь, и он продолжил идти своей дорогой. Погодите, северная звезда. Тут север упоминается. Здесь солнце садилось. Закат упоминается. Ну, запад имеется в виду. Здесь, там он взглянул на дорогу, ведущую к ближайшую бесплодную пустыню, который считал своим домом. Взглянул на дорогу, ведущую в ближайшую... Погодите. Фрагменты истории о Ксафе. Эту легенду я услышал от своего отца, и теперь он... Тут не указывается. Так, погодите. Продолжил идти своей дорогой. Северная звезда озарила его путь, и он продолжил идти своей дорогой. Северная звезда озарила его путь. По идее, если звезда на севере, она будет светить ему на юг. Попробуем так. А это он начал путешествие в ледяную тундру. Солнце садилось. Потом он взглянул на дорогу, ведущую в ближайшую бесплодную пустыню, которую считался... Угу. А, то есть тут тоже дальше нету прохода. Идеальнейше. Просто великолепнейше. Тут у нас есть загадка. Вернее, наверное... Я бы сказал, что это загадка, которая будет являться отгадкой для чего-то другого. Я сейчас пытаюсь понять, где у нас это могло быть. У нас на кладбище был камень, который нужно было двигать непонятно как. Получается, здесь нам делать тоже больше нечего. Damn, boy. У нас есть канализация, в которой мы не можем пройти из-за отсутствия ключа. У нас есть Старомбрическое прибрежье, куда мы дальше не можем пройти, потому что там 4 кнопки, и мне на них, видимо, нужно будет разложить 4 статуэтки, я бы предположил. По крайней мере, статуэтка с улиткой у меня есть. У нас... Что у нас еще есть? Речные тоннели, между прочим, куда мы там где-то... А, мы не то что не могли войти, мы специально туда не заходили. Это у нас тайничок. И у нас есть... Да, вот тут у нас есть загадка, как достать кнопку. Там тоже магические камни, нам подсвечивается кнопка, но как эту кнопку достать, никто не знает. Здесь у нас загадка... С порталом, который перемещается только вперед-назад. Здесь у нас загадка с тремя вещами, которые я вроде положил правильно. Но они почему-то не срабатывают. Тут с невидимым ходом мы открыли. Значит, из того, что у нас есть, мы можем достать... А, и здесь еще есть какая-то дверь, которая... Я уже не помню, что там, но мы не можем открыть. Хорошо, значит, загадка с кнопкой, загадка... Тут, скорее всего, будет просто бонус. Вот это вот что-то очень важное. Сюда надо попасть. Это у нас лексиконарий. В архивах получается, что у нас все. У нас есть два места, которые посетить в канализации. И у нас есть на Старобрическом прибрежье... Место, которое мы, наверное, будет вести нас в следующую локацию. Лес древоногов у нас. Я бы сказал, что он полностью открыт, просто он такой тут. Смотрите, вот это место выглядит, как будто туда можно попасть. А как это сделать? Ха. Интересно. Хорошо. В любом случае, что в лесу древоногов мы собрали все, что нам нужно. В
В мрачных топях мы тоже собрали все, что нам нужно, вроде как. Потому что там тоже храм у нас есть. И здесь храм у нас есть. Получается... У нас храм сейчас находится в Старомбрическом прибрежье. Вход в него, блин, опять же, через канализацию, но это не проблема. Черт, ребят. Я немножечко в растерянности. Нам нужно искать решение к загадкам. Давайте я, наверное, посмотрю, попробую что-то потыкаться, помыкаться. Как только что-то найду, мы с вами вернемся, чтобы бесцельно не бродить. В очередной раз убеждаюсь, что ни в коем случае нельзя снимать игры, в которых надо думать, и в частности эту игру тоже, уставшим. Все это время у меня был ключ. Я просто немножко прибрался в инвентаре, разгреб бутылочки, и вот он. Я практически уверен, что он отсюда. Да, видите, этот ключ был в крысином логове. И, как я вам до этого говорил, что типа крысиный босс не обязательный, он еще и как обязательный. Ладно. Также, порывшись в инвентаре, я нашел вот такую штуку. Сейчас, где она была? Я ее что, куда-то переложил? Это было бы сейчас... Это была бы фиалка, знаете. Так, нет, не то, не то. Вот это. Посмотрите на эти фигуры, ребят. А теперь посмотрите на расположение островков в этой комнате. Я просто переискал все записки, которые тут у меня были, и вдруг такой, о, а это у меня откуда? Фигурки. Начал складывать в уме, и, короче, получилась очень интересная штука. Также, смотрите на вот это ожерелье. Нет, не на вот это. На какое? На вот это. Да, зеркало душ. Просто плюс 25% экспы. Оно находится в том месте, где мы с вами вот только что вот недавно были, там, где... лабиринт с шипами наверху. Я еще зашел в такое пустое место. Я такой, а что это за пустое место? Почему я здесь не был? Я пересмотрел немножечко на записи. Там есть кусты, которые можно разбить. И за ними находится это ожерелье. Пришлось еще раз пойти туда. Отхватить люлей от иголок. Отхватить люлей от того чучела, который там летает. Но, в принципе, мы его достали. Я это не стал записывать, потому что это просто сходить, забрать одно ожерелье. Однако же новые вещи, как сходить на те острова и пойти сюда... Мы с вами сейчас посмотрим. Сегодня же абсолютно другой день. На самом деле, вот для вас прошло несколько минут, а для меня прошло 4 дня, если что. Я отдохнул, взглянул на игру по-свежему, получше, обдумал все, что я делаю. О, бутылочка. У кого у меня там розовые напитки были? У тебя. Это противоядие. Хорошо, у нас есть два противоядия. Что у нас по уровню, кстати? Да, мы можем начать развивать разные другие школы, такие как там в землю, в воду и воздух и всякое такое. Я хочу попробовать покачать другие школы магии, испытать разные заклинания, потому что огонь у нас вкачан полностью, но вот как мы убедились, что огонь далеко не всегда решает наши проблемы... Поэтому я считаю, что нам нужно будет заняться именно этим. К тому же, чем еще, блин, заниматься у мага? Серьезно, что еще качать магу, если не это? Блин. Тут у нас... О, оно за стенкой где-то летает, да? Давайте так, туда падать нежелательно. Стойте. Это что, вы хотите мне сказать, что это проход к кристаллу? Да, это просто шорткат. Я его чуть сразу не открыл. Думаю, подожду дергать за рычаги, а это просто шорткат у нас. Ну, я вас понял. Туда вниз можно сходить, в принципе, и оттуда можно даже выйти. Я надеюсь просто, что это не обязательно. Если что, ребят, кто не в курсе, зачем я вытаскиваю все факелы, потому что в первой части у нас были загадки, связанные с тем, вставь факел или вытащи факел. Я не знаю, здесь у нас есть такие загадки или нет. Тут такое дело никогда не знаешь. Что ожидать от разрабов?
свиток. Следуй за лидером. Не знаю, насколько дельный совет. Привет, уроды. Да, так я только себя ударил. Я не хочу туда. Черт, ладно. Ай, кнопочка. Спасибо. Я могу, да, я могу напрямую сходить оживиться. Блин, не могу. Поэтому, наверное, у нас тут шорткат к кристаллу-то, кстати, да? Два удара у меня ребята переносят от этой фигни. После двух ударов она у меня убивает. Красиво. Так. Вон вторая кнопка. Или это она же? Мне кажется... А, нет. Давайте я в самом деле отсюда посмотрю. Вон третья кнопка. Следуй за лидером. Я тебя понял. Погодите, мне нужно понять, как... Ясно. Погодите. Я понял логику. Тут вот эти шипы, они ездят восьмеркой, грубо говоря. Сейчас я хочу убедиться. Сейчас туда пойдет вперед. Да. Значит, эти кнопки нужно нажать каким-то образом... Начиная откуда? Или неважно, начиная откуда? Да! Это сработало. Хорошо. Это было опасно, но в принципе мне понравилась загадка. И подсказка была тоже. Следуй за лидером. То есть... И подсказка была в тему, и загадка была хорошая. Блин, сколько вас там? Может, я вас так сожгу? Блин. Не надо. Есть, нормально. О, они сюда летят. Или не летят? О, убил кого-то. Ладно, хорош. Камушек-то я сейчас заберу, я хочу их всех перебить. Это все-таки экспа. Вот, там еще сундучок есть. До свидания, ребят. О, мне туда надо! Блин. Я очень надеюсь, что ты не мимик, дружище. Так. Сказал я, попал на мимика. Блин, ну зачем тебе это? Промазал? Именно ноги откусил. Именно, чтобы я двигаться не... И тебе тоже! Дружище, вынужден признать, что ты тварь. В смысле, мимик. Ну, нельзя так поступать. Мне сейчас пришлось... Ну, ладно, я получил три грибочка. Ну,
все равно. И ногу. Лапка землеройной крысы. Я тут более-менее все наелись. Давай мы тогда эту лапку вот-вот тебе отдадим. А ты ее съешь. Блин, я вообще-то на лут рассчитывал, а не на вот это вот. Хм. Ладно, мне туда надо, если что. Очень. Хм, погодите. Как я могу туда попасть? Там есть спуск, кстати. Я не уверен, что это спуск под воду. Я думаю, что, возможно, это... Тут кнопки никакой нету. Где там эта лестница фигова? Это я, конечно, заберу. Не проблема. И туда мне тоже надо. Ну, ребят, ну вы чё? Знаете что, а может быть там просто невидимые дорожки или какие-то... Блин. Избушки там на курьих ножках стоят. Зажигаем, давайте отдохнем. Потому что у мага очень мало энергии, он может очень быстро начать задыхаться. Нам сейчас под водой все-таки ходить. Хотя, в принципе, у него энергии гораздо больше, чем у всех остальных. Тут, например, 47 энергии, 62 энергии, 111. И тут 413 такие, бабах. Хорошо. Полазим, посмотрим, что нам тут предлагают. Как минимум вот это нам предлагают, отмычку, которую мы зря слили на мимика. Очень жаль. Он нам даже нормального лута не дал. Кнопочки здесь не наблюдается никакой. Я практически уверен, что здесь есть что-то. Но я не могу здесь долго ходить. По понятным причинам. Сейчас я сначала вот так все обойду. Погодите, тут дверь есть, если что. Да-да-да. Смотрите, как у мага медленно уходит энергия, потому что ему вообще пофиг на то, что происходит. Вот это я не обходил еще, да? Ядро, между прочим. В таком неожиданном месте. Ядра можно будет потом сложить. Так, видите, там дверь. Давайте я, наверное, похожу сейчас под водой, посмотрю, где можно найти какие-то кнопочки. На самом деле, мне немножко путается эта ориентация под водой, но... Ладно, подождите. В общем, ладно. Я тут перенырял абсолютно все. Пришел к некоторым выводам. Вот этот вот секрет, который сейчас перед нами, скорее всего, вход в него с другой стороны. Мне кажется, вон та стена, которая там, она откроется. Потому что отсюда... Я не вижу никаких... Давайте сейчас еще раз попробуем. Я тут уже просто проходил вперед. Проходил и так, и эдак. И... Ну, там нет никакой тайной дорожки, к сожалению. Хотя это было бы красиво, но нет. И к тому же, кроме тайной дорожки, я думаю, что его же надо еще как-то открыть. И эти решетки не выглядят как открывающиеся. Я все-таки думаю, что стена с той стороны откроется. Насчет секрета под водой. Я не нашел кнопку. Я не отрицаю, что, возможно, она есть. Я ее просто не нашел. Я постарался пообтыкаться абсолютно во все стенки. Нет. Просто, к сожалению, нет. Тут у меня есть некие подозрения... что, возможно, кнопка может находиться вон там, в шипах где-то. Но, честно говоря, я не хочу туда идти. Место очень неприятное. Еще что может быть? Я бы...
Вот это выглядит место очень логичным, чтобы отсюда была какая-то кнопка или дверь или еще что-то. Но ее тут тоже нету. Я, пожалуй, наверное, пойду дальше. Два секрета пропускать. Но опять же, в смысле пропускать. Мы их не то что прям пропускаем, мы просто пока что проходим мимо, потому что очень большая вероятность, что я все равно вернусь за ними. Теперь, где эта штука находилась-то? Сейчас. Вот эта вот голова, она в нас ядом плевала или нет? Или да? Зачем я плюхнулся? Никто мне не подскажет. В общем, что-то я тут ходил, и мне это вызывало какие-то подозрения. Сейчас, погодите. Нет, это было не здесь. Здесь у нас призрак элементаль был. Хотя тут... Тут вроде просто лестница. Сейчас, минуточку. Я что-то смотрел на записи. Кроме до того, как мы пойдем к тетрисам, у меня есть еще некие вопросы. Погодите, вон там, видите? Сейчас. Вот это вот место. Вот это вот голова. Она мне еще на записи, как бы я посмотрел, почему она здесь. Она же нас не стреляла. И потом я увидел вот это вот. Смотрите, как это на карте выглядит. Там лестница и проход. Я такой, чего? Так что... ох ты ж, ё. О, кулечек с чем-то. Это мы заберем. Заберем, говорю. Дверь! Погодите, надо выдохнуть. Офиг, я уже выдохну, да? Я понял. Лестница, она не до конца. Там провал глубокий на две клетки. Так, что в кулечке-то было? Мешок. С едой это не то, это не то. О, вот это то. Гранаты с ядом. Я, кстати, еще что хотел сказать. Я магу снял вот этот плащ, потому что он давал минус 2 силы. Из-за этого у меня... Ой, не могу этому ловкачу нашему. И из-за этого он вообще таскать ничего не мог. Зелье живучести. Оно у нас, чтобы... По-моему, живучесть мы вот сюда вот вкидываем. Постоянно. Записочку надо убрать. Навыки, статус, живучесть... Повышает стойкость к яду, определяет максимальное количество очков здоровья. Да, это нам сюда нужно. 198. Отлично. Хорошо так хпшки подняли, между прочим. О, воу-воу. Конец света. Надо нырнуть туда еще раз. Я не уверен, что там все. Ну, то есть мешочку мы подобрали, но такая секретка ради мешочка. Я понимаю, что хорошая бутылочка была там, но все же. Поехали. Оу. О, погодите, там что-то открылось. Я еще раз вылезу, наверное. Хух. Ну, мы можем какое-то время потратить там жизни. Ну, то есть у нас более-менее хватает хпшки. Угу. Дверь открылась. А не сюда ли это дверь? Ну-ка. Поехали. Кнопок нигде никаких нету. Блин, нельзя время тратить, нельзя время тратить. Что за место? Дратути. Кнопочек не наблюдаем. Эта игра серьезно делает из вас параноика. Полнейшего. Вы начинаете самого себя ненавидеть за то, что вы начинаете подозревать вообще все. Так, и что тут? Там отмычка, как минимум. Нас кормят отмычками. Ну да, секрет, и что? А, там? Рыбка.
рыбка. Зелька. Оп. Вдыхаем. Выдыхаем. Ладно, рыбку под... Ой, не потом, сейчас поймаю. А, так на, ты ее сразу же и съешь. На, не тяжело тебе, успокойся. Ой, золотой ключик, я понял. Золотой ключик. Погодите. Вроде все, да? Лестницы у нас тут две. И предлагают нам золотой ключик потратить. Ну, давайте потратим. Надо посмотреть, что нам дадут за этот золотой ключик. Так, у нас тут перебор рыбы, да? Рыбу давайте всю в мешок сложим. Сюрикены. Почему-то тут один, и там 13. Ну, нормальное распределение такое. Так, метательные клинки. Ну, хорошо, бычара у нас вроде пока что может что-то тащить. Фух, золотой ключик. Я что-то с этой рыбкой увлекся немножечко. Блин, тут карасей просто немерено. Ш, ты кто такой вообще? А? Уклонение 10. Владелец приобретает иммунитет к окаменению. Окаменение? Погоди. Уклонение 7. Стойкость к огню 10. Уклонение 10. Уклонение 6. Нет, ну хорошая вещь вообще-то. Хочу ли я на нее золотой ключ тратить? А чё бы и нет. Исцеление, особая атака. Концентрации 2. А знаете чё? Это получается у меня хилка просто на маге будет. Если это работает так, как я думаю, то да, я хочу это. Блин, он тяжелый, правда, дофига, наверное, да? Заряды. А-а-а. Особое, оно на зарядах идет. Я что, один уже потратил? Я думал, это будет просто расход магической энергии. Блин, я, возможно, об этом пожалею, но ладно, я возьму эту вещь. У меня остается всего один золотой ключик, это печально. Но хорошо, я беру. Прощу, я тогда выложу, факел выложу. Вроде можно было еще рыбу половить. Так, а ты мне этот верни, пожалуйста, да? Или пока ей отдать? А, не знаю, не знаю. Пишите, что вы думаете про этот щит. Вроде золотой ключик потратили. Жалко, не жалко. Золотой ключик. Рыбки поналовили, это хорошо. И это не сюда, секретка. Окей. Я сначала думал, что, возможно, мы так попадем. Фиг, мы куда-то попадем. Ладно. Так-то по-хорошему нам пора бы уже заканчивать серию. Но мне еще очень интересно сходить...
посмотреть. Блин, как я сюда пришел? А, я через верх сюда пришел или где, или что? Да, я через верх пришел, пытаюсь выплыть. А, так, теперь сюда. 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 Ого! Нет, ну это довольно запутанное место. Вы что? А мне хватит? А мне не хватит. Ну ладно. Чуть-чуть хпшки потратили. Мне очень интересно теперь сходить посмотреть фигурки. И там есть еще ж какое-то место внутри. Так, сначала выбираемся просто сюда, на сушу, да? Вот это местечко, которое мы не видели. Или это оно и откроется, фиг его знает. Давайте смотреть на карту. Значит, сначала... Я так пойду как бы просто сверху вниз, так как оно должно быть, ну, по-литературному. Буду смотреть так на острова. Давайте перезажжемся. Рекиндл сделаем. Так, у нас стульчик, грубо говоря. Стульчик у нас вот это вот. Надеюсь, там не по времени. Вон там вот стульчик. Тут никаких, собственно, кнопок на этих островах нету. Я надеюсь, что просто посещение островов будет тем самым фактором, который нам нужен для того, чтобы что-то произошло. Как я же говорю, я подозреваю, что откроется вон та штука. Теперь молния. Молния далеко находится, если что. Молния. Теперь крест. Крест туда находится. Надо не ошибиться. Не ошибиться, пожалуйста. Вот я думаю здесь. Ну-ка. Здесь. И последний у нас Т-образный остров по центру, который вот он здесь, вот это, да? Сработало. Портал открылся. Я думал, эти двери откроются. Двери так и не открылись. Ладно, по крайней мере, портал открылся. Сохраняемся. Я без понятия просто, что нас ждет, поэтому... А, это все-таки сюда. Как я и говорил, что эта дверь открывается изнутри. Так оно и получилось. Хорошо. Ну че, дружище Мимик... Ну что, пацаны, аниме. Так, рыбку съедим, чтобы у меня хоть место свободное образовалось немножко. Ядро надо положить, блин. Почему мне так на мимиков везет? Да бей ты его уже. Они очень живучие, очень верткие твари. Ну, по крайней мере, этот слился побыстрее. Так, вот это. Тут поразрастались у нас всякие водоросли. Они постоянно забивают мне инвентарь. Ты у нас... Нет, надо будет ядро пойти положить ко всему, что там... Погодите, перчаточки. Вот, выключим. Итак, кристальные рукавицы. Тяжелая броня. Защита 15, здоровье плюс 5. На тебе рыбку. Две. Хорошо. Стальные рукавицы. Тяжелая броня, защита 12. Защита 15, здоровье плюс 5. Блин, ну, видимо, мы будем потихонечку менять наш легкий сет. Я даже не знаю. Давайте я потихоньку буду складывать сюда. Очень жаль его менять, потому что я его собирал. Мне он нравился. Нам нужно, кстати, что-то с ботинками делать, потому что ноги у меня до сих пор абсолютно не защищены. Вот эта вот штука.
Кристаллы на этих рукавицах издают тихий, успокаивающий гул. Тяжелая броня. Но здоровье плюс 5 это всегда хорошо. И защита 15 это тоже круто. Что у нас с защитой? Я понимаю, что защита она как бы защищает, но... Точность... Защита это физически плюс 15, я понял. То есть прям 15 урона, который по мне будет проходить. Метательные топорики плюс 3, но я их, кстати, как раз же в этой локации и выкинул. Поэтому я их, наверное, отнесу вот сюда, чтобы их можно было забрать с той стороны, если вдруг мне когда-то они понадобятся, я в этом сомневаюсь. Все, это тоже зачищено. Решили два старых секрета, нашли два новых секрета. О, какой кошмар. Хорошо, ладно, ребят, я думаю, что на этом теперь уж точно будем заканчивать серию. Походили, посмотрели, давайте вылечимся уже до купы. Я думал, что мы сейчас решим все вопросы этого подземелья, но нет, у нас два вопроса решилось, еще два вопроса добавилось. Теперь с этими секретами, это дверь подводная, и там какие-то вещи у нас лежат. Ну, хорошо, по крайней мере, вот эту загадку мы решили. Я, наверное, знаете, что даже сделаю вот эту вот загадочку. Вот, на. Я ее здесь и оставлю, потому что вряд ли она мне еще где-то понадобится. На этом будем заканчивать серию. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.